Саша все-таки пытается заработать свою олимпийскую медаль. Вырубить меня. Дубль. Да. Итак, сегодня тема нашей работы будет, начинать будем с панк-консульт, техника защиты от удара кулаков. Начнем с кибона, а потом уже перейдем на некибон. Буквально 2 минуты, даем 3 блока. Клики, изначально, удар в локоток, второй блок, сантурмако, закрылись. И третий блок будет бакатуро. Бакатуро сейчас делаем сначала наружу, потом вовнутрь. Сначала наружу. И потом уже вовнутрь. Тоже закрываю предплечье. Без подхвата пока. Только сам блок. Угу. 2 минуты буквально. Поехали. Спасибо. Соответственно, мы делаем контратаку, да, после блока. Первый удар, контрудар, это, соответственно, плавающие ребра. Второй контрудар, который мы отсюда делаем, смотрите в зеркало, будет юг судо, да, с уходом. Зеркало видно? Горло. И, соответственно, третий блок, который будет, третий контрудар, это будет тот же самый юг судо. Паховая складочка. Зеркало видно. Пошли. Следующее. Сантурмако. Тут же сразу. Сонвадупчиги. Основание черепа. Стандартная практика наша. Вторая. Чанквон. Почечка. И, соответственно, третье будет тот же самый чанквон, но только переворачиваем кисть, и по полу дуги идет уже в голову. Полукрюком. Давайте, 6 техник. Спасибо. Да? Давайте теперь перейдем от стандартного нашего кибона. И уйдем от стандартного кибона чемпионов полков по боксу. То есть, когда мы готовы, да? А вот, станем в полусвободную стоечку и начинаем работать. Итак, отсюда мы делаем наш любимый удар, который будет, вы можете делать либо чанквон, то есть короткий удар, да? Либо это будет чанквончик с обратной стороной. То есть, сначала мы начинаем практически, это уже идет полукрюк. Вот. Потом отдельно поработаем против джеба. Ну, то есть, против длинного прямого удара, да? Сейчас пока работа свободная. То есть, это полукрюк, либо чанквон, либо чанквончик. Да? С этого мы начинаем. Товарищ, который работает, теперь уже работает, опять же, в нашем любимом полусвободном блоке. Какой это блок? Вырезы, все правильно, да. Итак, начинаем с выреза наверх. Идет. Нет, Саш, давай мы уже. Да, полусвободная работа. Раз. Идет полувырез наверх. После чего я стараюсь перекрыть человека. Сам смотрите, ушел с линии атаки. И сразу же делаем контратаку. То есть у нас это любимый. Опять сон вадук чиги. Раз. Чилькон. О, чанкончик. Два. Наша любимая почечка. Да? Это раз. И отсюда начинаем потихоньку накатываться. Пока делаем одну контратаку на один прием, без продолжения. Соответственно, второй блок, который делаем, это сантуль мако. Сантуль делаем уже под вход изнутри. То есть, если изначально делали наружу, то наружу у нас это будет практически тот же самый вырез, то есть продолжение будет одинаково. Нам оно не интересно. Делаем изнутри. Подбив вверх. После чего пока остановили. И только после этого второй рукой сразу
наш любимый либо Чанкво, либо Хоку, либо Сонвадучиги. Да? То есть пока четко обозначенных три удара. Да? Хорошо, пошли. Ам, Чанкон, Чильфон. Еще мягче даже. Не надвигай плечи. Во, еще, расслабленнее. Во, еще. Хорошо. В общем, такая свободная работа. Полуклюк, да, мы входим в человека. И на этом движении ваша задача уже, если до этого мы делали сбивы, срезы, да, то есть моя задача была встретить чужую руку, и по факту я ее отрезаю постоянно, то сейчас мне ее отрезать не нужно. Мы начинаем отрабатывать следующие приемы, мы начинаем их сбивать. Итак, когда у нас идет рука, мы можно начать, давайте начнем тогда блок удар. Стандартная ситуация. То есть подрезали и второй рукой очень аккуратно поставили в локоток. Здесь поставили изнутри и второй рукой бицепс. То есть мягенько, пам, пам. И потихоньку начали сбивать. Как только почувствовали, что вы не пропускаете первую руку уже, то есть она у вас не идет в лицо, да? Она идет мимо. То мы блок уже под подставку не ставим. Идет движение. Нормально, Саша? Мы начинаем отрабатывать. Ну, я там страхуюсь на всякий случай. Медленно, Саша. Раз. Я начинаю отрабатывать уже подставку под локоток. Выбивание локтя. Либо сождать другой рукой. Угу, черточка. Угу, черточка. Хорошо. Либо второй рукой мы ставим сухожилие бицепса. Да? То есть сейчас мягонько встретили в одну сторону, в другую сторону. Внимание! Наше стандартное положение, да, когда мы начинаем делать разминку. Вот это что? Согласен. А практическое применение это что? Отбив блок. Блок. А следующая работа пошла, это что? Удар. Удар. То есть это блок, а это удар. Саш, поставь руку, просто поставь. Когда вы бьете, вот у меня идет, я поставил блок, и снизу идет удар отсюда, либо я делаю режущее движение через бицепс, сухожилие бицепса вниз. То есть у меня на входе я делаю удар в руку. Поэтому делайте сейчас не вот такое движение, когда вы соскользнули и промахнулись, а то движение, которым широким вы руку поймали. То есть идет когда удар. Если движение будет широким, то мне все равно какая траектория у руки. Я все равно туда войду. А если вы делаете встречу, промахнулись и все. То есть ваша задача должна быть разрезать эту руку, а не вставить. Когда вы вставляете, вы можете промахнуться. А на таком движении вы не промахиваетесь. Давайте, поехали, аккуратно только. Не поломайте дружку. То есть вы кидаете одну руку раз, и тут же доставочка с ноги, с полуклюком. Угу. Мягонько. Можно мягонько? Расслабься, не бейте. Сейчас ты работаешь на человека, ты автомат, который помогает человеку тренироваться. А не, блин, не убиваешь его. Вот. Саш, ты работаешь, чтобы человек тренировался на тебе. Я встал, ты меня мягко коснулся. Раз, два, да. Теперь ваша работа. Человек работает двойку. То есть вы должны привыкнуть, что человек, который хоть имеет небольшую практику, будет стараться бить вас двойкой. Тройка, четверка, это значит, человек уже более подготовлен. Вот. Но стандартный вариант, это выйти на ударную дистанцию и пробить. Да. Ну и отсюда мы начинаем работать. Ваша задача
увидеть это движение, увидеть эту двойку и сначала среагировать. Если вы сделаете хотя бы подставку, просто двойные блоки, это уже хорошо. Итак, мы пошли. Раз, два. Ушли. Саша все-таки пытается заработать свою олимпийскую медаль. Вырубить меня. Хорошо, вот сейчас уже мягче начал работать. Мягче. Ты не торопись. Ты даешь мне работать. А то мне приходится делать подставочки, чтобы тебя как-то нейтрализовать. Хорошо. Итак, сначала первую минуту один работает, другой работает. Одну-две минуты работаем только блоки. Чтобы вы попривыкли, что вас бьют двойкой, и что эта двойка не останавливается. То есть не раз, два, а сразу два удара, без остановки. Итак, на этой работе сейчас ваша задача, первый удар, обращаю внимание, конечно, может быть целая волна критики разной, но принцип следующий. Мне нужно первый удар погасить, и не дожидаясь второго удара сейчас, поставить задвижку и войти аккуратно в человека. То есть ваша задача сейчас товарища не убивает, он позволяет отработать. А наша задача на первом же движении сразу входим. При этом я закрылся, голову убрал под руку и выставил параллельно земле локоть. Не дожидаясь движения, я уже вхожу. Локоть параллельно полу в данном случае действует уже как таран. То есть он мне нужен для контратаки сразу. Протыкающий. Голова спрятана немножко. Не туда, а здесь. Я ее опускаю вниз и закрываю.